Добро пожаловать, с вами Эмилка, канал Footy Cats, и мы проходим Uncharted 4. В прошлой серии мы остановились на том, что Дрейку пришлось оставить умирающего брата, пока они бежали из тюрьмы. Но что дальше, давайте узнаем. 15 лет спустя. Так, это вода. Надеюсь, он... Спустился на дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет, пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял, будь на связи. Хорошо. Итак, глава 3, дело в Малайзии. Эй, по моим часам у тебя четверть баллона. Всплывешь? Не, все в норме. Я уже рядом. Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Ладно. Итак, я снова наблюдаю прекрасную графику и хочу найти, может быть, какой-то лут, потому что в Uncharted во многих местах может быть заныканы какие-нибудь сокровища. Вот, например, я нашла какой-то замок, что ли, или что это. Так, ну, мне надо всплыть или что сделать? Непонятно, но это красиво. Очень красиво. Кстати говоря, сложность я поставила тяжелую. Я люблю ставить в играх сразу тяжелый уровень сложности, чтобы так сразу на ачивку меньше было проходить. Так, что мы видим? Мы видим очень красиво проработанную подводье, глубоководье, рыбок. Так, еще сокровища. А что мы вообще здесь делаем? Немного непонятно. Но озвучка, на самом деле, сейчас была очень классная. Так, так, Нейт. Так, вижу что-то еще. Я что-то нашел. Что там? Цвет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камни ударилось. Что ты там бормочешь? Прости. Похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Не испытывай мое терпение, Дрейк. А, меня течением относят. Вот, блин. Так. А это что-то типа поезда? Или что это? А, вот ты где. Нашел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. Так, это вроде бы контейнер. Возможно, они что-то перевозили. Тут нет места, чтобы заплыть. Так, вижу, вот можно что-то сделать. Оси крепкие. За них можно и поднять. Хорошая мысль. Так. А здесь ничего. Так. Здесь, наверное, прицепить крюк. Или как-нибудь... Поехали. Ладно. Давай, открывай. Есть. Отлично. Сколько рыбок? Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Это какой-то... Какие-то сундуки. 4, 5. Похоже, не хватает двух ящиков. Пойду их искать. Стоп, стоп. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Ха, один есть. Раз, два, три, четыре, пять. Иду ящики искать. Ну или в данном случае плыву. Ящик придавило фурой. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы поднимем фуру. Видишь, вот за это тебе и платят. Ну да. Джеймсон. Кто такой Джеймсон? Вроде бы правильно прочитала, успела. Я пока не в курсе. Так, а вот хватит ли у нас воздуха, чтобы найти второй баллон, это уже вопрос. Так, вот он. Да, хватай! Что ж ты? Так, а если ниже? Да, нашел второй ящик. Один есть, один ищем. Закрепи его в фуре, мы почти на месте. Ладно, жду вас. Как-то сложновато, что это. И, ну, понятно, что ящик тяжелый. И приходится больше клацать на X, чем зажимать.
Так, это мне его привязать надо, да, получается? Так. Ну, давай. Так, один ящик закреплял. Отлично. Мы над тобой. Сейчас будем цеплять. Окейшки. Так, а мне надо выплыть. Так, этот... Да ну куда ж ты? Что это такое? Спускаем. Так, это подлодка. Ну или не подлодка, а цеплялка. Все, на месте. Цепляй фуру, мы ее приподнимем. Цепляй, как? Так, вот на икс всплывает, но Нейт. Ты что? Так. Так, я взял трос. Сейчас прицеплю его к оси. Должно сработать. Ага. Вот, раз. Ну, появляйся. Что? Ну что это такое? Так, может мне еще всплыть? А то значок вроде бы есть, но сделать я с ним ничего не могу. Так я уже и трос отцепила, походу. Печаль, беда. Так, давайте еще раз. Да. Что такое? Мне не получается это сделать. Почему? Так, а если обмотать? О, один есть. Так, ты за воздухом-то следи. Расслабься. Слушайте, оказывается, так и надо было. Просто плыть, обмотать. Круто. Видимо, значок восьмерки это и показывает. Но это новшество для Uncharted. Так. Что? Ладно, я еще раз плыву. И второй. Фура подцеплена. Фух. Ладно, отойди, мы ее поднимем. Окей. Всё, отойди, давай. Отплыви. И поднимаем. Так, мне же еще ящик взять нужно. Так, хватит? Да, вполне. На меня не уроните. Так, аккуратно. Постараемся. Так. Нашел второй ящик. Положу к остальным. А я его... О, я его могу поднять! Вот оно как. Так, и теперь опускаемся. Давай. Быстрее, Нейт, давай. Так. Давай. Вот так. Так, закрепляем. Так. И сваливаем. Весь давай. Груз в целости и сохранности. И воздуха еще на 5 минут. Надо же. Ну, может, ты еще полазишь, поищешь там другие сокровища. Не, хватит. Тебя прокатить? Да, пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Так, если бы тут еще были какие-то сокровища. А то я почему-то вот ничего не вижу. Нашла, по-моему, только 2 сокровища здесь. И все. Так. Ну все, в принципе, можно, наверное, заплывать в фуру. Так. Или куда? Или я не туда приплыла, как мне дать знать? Ладно. А если выше? Точно, надо прицепиться, походу. Вот. Я на месте, вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Какая красота. Все эти частицы разные.
Ах, я не перестаю удивляться этой игре. Для меня это, честно, игра года. Красота. Ты как, Нейт? Обалдеть. Неделю буду рыбой вонять. Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Как дела, парни? Так. Вижу, вон строители или кто. Ласты снимает. Прикольно. Давай, еще одна ласта. Так-то. Это от них такой звук, что ли? Фух. А вот, спрыгнуть. Рад, что вернулся, Дрейк. Да, сам не нарадуюсь. Бросай снарягу. Снарягу. Спасибо. О, баллон-то пустой, что ли? Я облегчаю тебе работу, а? Так, куда нам идти-то? Дрейк, скажу прямо, работать ты умеешь очень шустро. Как там дела внизу? Ну, не сказала бы, что шустро, я еще там проплавала в поисках всяких секреток. О, это комплимент? Я потрясен. Не, наповал поражает твой запах. Не знаю, мне даже нравится. Мамку твою напоминает. Шутки про мамку. Я передам, что ты так сказал. А, господи, фу. Зачем эту шутку сюда впихнули? Ладно. Так, а бегать ты не умеешь? Так, пробежки. Есть. Лучше бы это делал компьютер. Так, ты кто? Сколько вы здесь пробудете? Вы только подняли эту штуку. Дайте нам еще час. Что-то не Сворачивайтесь так. Побыстрее. Другие корабли ждут. Не волнуйтесь. Так, понятно. Что вы мне скажете? Потом закончу. Мой герой. Это Джеймсон. Пошли. Глянем, что ты принес. Давай в следующий так, раз. Так, а я хочу что-либо здесь обыскать, если здесь есть, конечно, что обыскивать. Так, думаю, вряд ли. Давайте пойдем посмотрим на ящики. Так. Я не вижу плеска лужи. Это очень странно, но зато есть звук. Ладненько, это так, придирочки. Так. Жалко, что не может передвигаться быстрее. А ну-ка, давай. Окажешь честь? Конечно, давай. Давай мне лом. Да, давай. Спасибо. Херак. А что внутри? Наркотики или сокровища, или что? О, ты смотри. Медный клад. Ну ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжищи. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Спасибо. Медный провод. Зачем вам нужен был медный провод? За такие деньжищи еще. Так. Это мы куда пришли? Домой, что ли? Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? Для тебя презент. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. А, весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме моего лучшего парня. Я ему доверил бы это дело, а он слился. Нет, я даже не возьмусь, скажи у этого источника.
есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Нейт, это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как ты, а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Слушай, я не могу. И тебе не советую. Но ты возьми почитать. Ради меня. Я не передумаю. Тем более, чтобы не почитать. Правда? Привет, Карли и ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Какая-то серьезная работа. Круг поисков сужен. Эх, было бы круто. Вертеть, окей. Какой-то у нас Нейт стал совсем не рисковый. В предыдущих частях... Вот он ушлый. Ушлый, это был не Нейт, а сам риск. В этот раз без меня. Что же с тобой случилось-то? Это его дом? Обычная жизнь? Это здесь ты теперь живешь после всех событий? Удивительно. Зато ковер есть. И стульчик двигается. Забавно. Так, что это? Лазал на такую же, побольше. Да, я помню. В одной из частей нужно было переворачивать... Или опускать руки, чтобы открыть проход. Она была раза в 4-5 больше самого Нейта. Так. О, одна из самых странных моих находок. Так, если я не помню, это может одно из сокровищ на самом деле. Не знаю. Тут у него, значит, все его найденные штуки лежат. Японский дублон найден в немецкой подлодке. В самом сердце джунглей. Круто. Еще бы не круто. Это самая первая часть игры. Самая первая часть Нейтана Дрейка. Прикольненько. Так, и это его дневник. Сэр Фрэнсис Дрейк спас жизнь Салли. Так, а открыть, почитать нельзя? Так, осмотреть. Вот и мы. Нашла на старой камере, думаю, понравится. Это Елена. Ихняя фотка, по-моему, с первой части. Эх, ностальгия. Так, положить. Что здесь есть еще? Так, вижу, там на столе что-то было. Шамбала. Из всех частей. Так, это же вторая, по-моему, снега были во второй части. Да, и Тензин, с которым сражались против мутантов, или типа того. Там костюмы были в виде зверей и чуваков. За кусок смолы погибло столько людей. Да, а это, по-моему, была третья часть. Я точно не помню уже. Или вторая. Потому что как давно это было, я уже успела все позабывать. Так. Не. Почему? Что там такого-то было? Где твоя помощь, святой Дисмос? Ах ты ж, зараза, понятно. Это то, что было в начале игры. То есть Дрейк отошел от всех дел, получается, когда потерял брата. Так. Сэр Фрэнсис и его загадки. Да-да, помню эту штуку. Сюда еще колечко вставлялось, которое он с собой носил. Воспоминания. Так. Она больше не в моем стиле.
Так, а эту штуку я не помню. Откуда она? Не могу сказать. Так, и дневник вот из третьей части. История. Или нет? Как дела? Ой, я промышляю. Прошло. Так, подвернулась работенка как раз для тебя, если захочешь вспомнить былые времена, дай мне знать. Окей. Так, а перевернуть-то можно, нет? Понятно. Так, ну и еще одна вещь, походу. Вот. Что это? Пистолет? А можно пострелять-то? Вот они. В укрытии. Я окружен. Ты чё, Дрейк? С ума сошел, что ли? Яблочко. Вау. А во что целится-то? Не дай обойти тебя. Получи. А есть еще в что пострелять? Или только в эту штуку? Так, смена плеча. Надо уходить. Вот еще. Порядок. Так, а я что-то не могу... Нет, могу. Окей. Живи, пластик. А, господи. Вот так. Так, автонаводка. Странно, потому что... Снова в деле. У меня тут тяжелый уровень сложности. И тут не должно быть автонаводки. Так, а дальше-то что? Везде патроны для игрушечного пистолета. Забавно. Ну, давай. Прощай. Так тебе. Пока. Так, ну, на. На тебе все патроны. Я еще крут. Еще бы. Цели, что не сопротивляются, конечно, крут. С ума сойти. Да, сейчас спущусь. И там камушка. Пластик. Вот так. Все? Так, а что дальше-то? Ну, что это? Поиграли и хватит. Так это чердак получается. Ох. Так, а это его дом? То есть Нейт и правда живет обычной жизнью. Там телек. Так, а там я вижу iMac стоит. Ну или похожее что-то на него. А, так что это? Ты занята. Бангкок? Что это за журнальчик такой? А, это путеводитель. А, понятно. Так. Карта. Что тут только нет. И сумка. С кем он живет? Отражение везде, это круто. Камера. Нам определенно пора в отпуск. Так он же живет с Еленой, получается. В третьей части они были женаты. Давно пора. Слушайте, круто. Вот, вот его фотка. Фотка Дрейка. Классно. Так, это ванна. Весы и прям ванна, и чего только нет. И отражение есть, это круто. Это сразу круто. Так, где же Елена? Так, тут шкаф, тут спуск. А давайте обыщем еще вот эту комнату. Это спальня. Что у нас тут есть? Секретики какие-нибудь, нет? А, слушайте, в каждой комнате по ванной комнате. И везде весы. Вообще шикарно живут, шикосно. Так. И еще. А, это гардероб. Слушайте, круто. Это фото свадебный альбом. Офигеть. Почему только нам свадьбу не показали? Хороший фотки, снимок. Конечно, классные. Но почему не показали саму свадьбу в игре?
Так, там даже двор. Господи, машинки ездят. Это все так круто выполнено. Ладно, давайте, наверное, спустимся. Что это такое? Ласса. Как это читается? Вести дизайн, фотографии. Посмотрите, какие коллажи висят. Это классно. Так, какой-то музончик играет, плед. Так все уютно, обжито. Но вот, честно говоря, вот с такими дверьми мне было стрёмно жить. Тут и глазок не нужен, видно, кто что, чем занимается. С другой стороны, кто-нибудь подошел. Ага! Вот оно здесь, чё, как живут люди, да? Так. А вот это что играет, да? MP3 плейлист 4. И еще ванная с туалетом. Ну, сколько? Тут всего два человека должно быть, да? Ты чего там застрял? Вот она. Я кое-что изучал. Вот так это теперь называется? Ну, правда. Ты не принесешь еду? Я почти закончила. Да, конечно. Засранки! Цы! Так, вот эту еду, да? Давайте посмотрим, что в холодильнике. А, пиво, не-не-не. У нас Нейт семейный чувак, он пива не будет. Так. Хожу, изучаю свой дом. Нормально. Так, микроволновка, это ихний дворик, да, получается? Ну давай, тащи еду. Слушай, с тарелками такой забавный. Так, блин, где приближение? Не то, вот. Это прям на заставку можно. Нейт с тарелками. Так, все, готово. Ну что, давай принесем. Привет, Джонушка, с ноутбуком. Угу. Все, есть. Закончила? Да. О. Ну, там наверняка куча лишнего и опечатки, но есть же редактор. Умираю с голоду. Вкусно. Угу. Ну, как у тебя дела? Что? М? Я тебя не понял. Прости. Как у тебя дела? Оу, очень хорошо. Угу. Ну, все как обычно. М? Я... выудил из реки кучу всякого хлама. Да? Ну, ты хотя бы искупался. Был какой-то интересный хлам? Ну, да. Просто жемчужина. Это был грузовик начала 21 века. Раритет. Аборигены называли их фурами. Ах ты, господи. Ну, короче, это серые будни. Лучше про статью расскажи. Ну... заказ был на такой махровый глянец про туризм в Бангкоке, но вряд ли редакции понравится взятый мною ракурс, потому что я получила просто тонну комментариев про то, какой там сейчас чудовищный смог, что у людей дыхание перехватывает еще на трапе самолета. Ну вот. И, в общем, у меня... воспоминания, да? О былых временах. И пофиг, что говорить, там твоя женушка, да? Как я раньше прыгал по скалам, как скакал. Ты... ну что? Где летаешь? Ну, я здесь, у тебя на вилке. Серьезно? Что? Ты рассказал? У тебя на вилке. Мне очень интересно. Да? Да. И о чем же моя статья? А? Что? Вот это? Угу. Оу... так. Ну, что-то там было про Бангкок, точно? Так, про людей. Про людей в Бангкоке. И это про смог, и про то, что они никуда не могут улететь, и дышать там нечем. Класс. Слушай, извини. Нет, очень смело, ну, прямо очень... я же был очень... на стадионе, так? По другой стране, ну, в общем, да, на стадионе.
Джеймсон опять зазывал тебя в Малайзию? Он каждый день зазывает меня в Малайзию. Слушай, я правда думаю, что тебе надо поехать. Да не хочу я. Честно, у него нет разрешений, и мы договорились, что больше в такие дела не полезем, да, не просто... стоит оно того. Ну, не такой там прям уж риск-то. Ну, подумаешь, разрешение. Ну, нет. Позвал бы Салли. Сколько вы не виделись? Елена, 2 года? Давай оставим эту тему. Я просто не хочу, чтобы ты отказывался из-за меня. Я отказываюсь из-за себя, ясно? О. Я оценил твой жест, просто... Ладно, пойду-ка я мыть посуду. Стой, я помою. Ну, погоди. Ты вчера мыл. А ты готовила, так что мыть буду я. Ну, или... Или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот, кто проиграет. Ты хочешь со мной сыграть? Да, ну да. Давай в эту твою игрушку на приставке. Спорим, я побью твой рекорд. Ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке? Ну да, что, испугалась? Да ты даже название не знаешь. А мне и не надо это знать. Я знаю, что там делать. Там надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще-то прирожденный талант. Правда? Что, трусливая цыпочка? Испугалась? Ну все, ладно, ковбой. Папа-папа. О, это что, PlayStation 1? Смотри и учись. Я вся внимание. Вся внимание. Так. Началось? Нет, грузится. PlayStation. Грузится? Да. Как же долго нужно ждать? Где твое терпение? Ну что ж, думаю, на этой ноте я закончу эту серию. Что будет далее, увидим уже в следующей серии. А с вами была Милка, канал Футекэтс. Всем удачи, пока-пока.